Александр Битаров ушел с поста председателя правительства Иркутской области. Накануне Сергей Левченко подписал приказ о его увольнении. Решение об уходе из команды губернатора Александр Битаров принял по собственному желанию. Сейчас обязанности председателя правительства исполняет Руслан Болотов. По уставу Иркутской области кандидатуру на эту должность будут утверждать депутаты законодательного собрания региона.